данный момент происходит проверка боеготовности подразделения 16 СПЧ. Сбор и выезд по тревоге сейчас. После сбора выезда по тревоге будет произведена вводная на условия, условно, на здание пожарного депо, но с задачей той, что происходит загорание на складе пиломатериалов, площадь 50 метров. Это вы все сейчас увидите. Сейчас пока сбор и выезд. Назад надо отходить. Время должны выехать за одну минуту. Останавливается по последнему закрытию двери. Теперь стоп. Сейчас проверяющий проверяет внешний вид личного состава и дает задачу на вводную, на выполнение тактической задачи по тушению условного пожара. Пошел сам процесс боевого развертывания. Сейчас все увидите сами. Автоцистерна номер 2 едет устанавливаться на пожарный гидрант прокладки магистральной линии для запитки водой рабочих линий и цистерны первого хода. Готовится, на первом ходу готовится звено ГДЗС для подачи ствола в задымленную зону. Выставляется пост безопасности. Перед входом в задымленную зону звено должно провести рабочую проверку противогазов и с готовым стволом, включившись противогазы, следовать в задымленную зону к очагу пожара. Также в начале караула передают информацию по внешним признакам, характеристику здания. Вызывает дополнительные силы, объявляет номер. Сколько проверок осуществляется в день? Перед каждым включением в противогаз. Если 10 пожаров, значит 10 проверок будет. Противогаз пока едет в автомобиле, может сломаться. Для безопасности личного состава обязательно проводится проверка.
Вот там к нам дистрайная линия уже подключились к ней, от второго входа пришла. Таким образом звено продвигается к очагу пожара ползком, дабы уберечь себя от внезапных выбросов температуры. Начальник караула передает информацию о том, что он обнаружил. И заходит на просушивание очага. Поверх уходит дым, температура, звено работает лежа. Начальник караула передает локализацию пожара. И после ликвидации на свежий воздух. Пожар потушен. Звено должны сейчас выйти из зарывной зоны. Звено выходит из зарывной зоны, и после этого они должны провести дезинфекцию себя, ПТВ, пожарно-технического вооружения.
пока им надо подготовиться. Сейчас водителям будет проводить дезинфекцию. Берете ли вы пожарных девушек? Нет, только диспетчеров. Это не женская работа. Многие девушки хотят стать пожарными. Ну, добровольцами могут идти в подразделение. Все, звено уходит на утилизацию. Точнее, утилизацию, на переодевание грязной одежды. Убираются специальные мешки. И придется дезинфекция уже того оборудования и боев, в котором они находились, уже непосредственно по возвращении домой, в специальных комнатах, в специальных стиральных машинах. Для этого специальные комнаты выделены, происходит их дезинфекция, сушка, чистка, мойка и так далее. На этом проверка у нас считается законченной. Мы после этого личный состав строим и рассказываем им о тех ошибках, недочетах, которые они совершили. Нам со стороны немножечко виднее, чем им. Ну вот как-то так. Это вот, в принципе, ежедневная, каждодневная работа. Особенно сейчас, когда в условиях коронавируса. Вот таким образом подразделения должны работать по пожару. Спасибо. А вопрос от подписчиков. Как стать пожарным? Надо быть здоровым и желание иметь.